Очень классно жить, когда есть какие-то конкретные цели, к которым ты идешь в конкретный период времени. Поэтому я и поехал эту гонку. Очень сложно, достаточно дорого, непонятно, неизвестно. Никто из России не ездил. Сознательный выход из зоны комфорта. Если честно, мне прежде всего хочется доказать себе что-то, что я еще чего-то стою.